Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандитки и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. У нас, друзья, 80-я ночь. Я дико хочу спать. Вот, знаешь, очень быстро бежим спать. И вообще без сил, потому что у нас было отравление, а у нас была рана. Я вижу, наши мозги покраснели, то есть... все чудесно, выспались. Друзья, берем вкусняшки, берем попкорн, берем бабушкины пирожки и устраивайтесь поудобнее, потому что наша охота продолжается. Чем мы сегодня займемся? Сначала нужно вытащить пиявку, которая присосалась ко мне. А, темно, я ничего не вижу. Я навряд ли вижу пиявку, но они в принципе видно. А, пиявочки, где вы тут присосались ко мне? Не вижу пиявки, минус 4 здравомыслия. О, вижу пиявки. Пиявка одна. Только одну увидел. Все, что ли? Погоди, должны быть еще пиявки. А, да, присосались. Нет, еще есть. И, друзья, сегодня идем дальше строить нашу базу. Потому что нужно достроить, мне кажется, фильтр для воды. Большой, который... Он реально пригодится мне. Он реально нужен. Но нужны камни. Кстати, камни, камни. Тут наверху есть камни. Большие камни, да? Ага, они уже сделаны. Мне нужны камни. А на этом острове камней... О, нашел камень. Смотри-ка. О, погоди, погоди, погоди. Личинки. Мне нужны личинки. Их тут нету, к сожалению. Мухи летают, есть. А костей нету, личинок нету. Спускаемся вниз, нужно перекусить. Так, часики. Смотри, одной рукой тащит, да? И двумя руками. Пускай тащит одной рукой. А сколько у нас жрачки? Да-да-да-да, я еще голодный. Ну ладно, спускаемся вниз, сейчас мы накушаемся. У нас было пищевое отравление. Проблемы были, ну, это выживание. Это джунгли Амазонии. У нас, походу, уже начинается дождь. Была засуха 10 дней, теперь у нас будет постоянные ливни. Их будет, кстати, все чашки мои будут полные. Обалденно, да? Побежали, почему идем медленно? Побежали к нам домой, а не вижу дома своего. Да, без солнышка непривычно. Я хочу солнышко. Я ясную погодку. Но у нас уже начинаются дожди. А, нам это не грозит, потому что мясо у нас всегда будет. Видишь, мясо уже приготовлено, высушено. Обалденно. Так, погоди, мне нужны, по идее, мелкие камушки, да? Чтобы, знаешь, набрать вот эту емкость. Так, мне нужно 6 камней мелких. Так, пускай... Погоди, пей воды. Воды, воды. Много воды. Много воды. О, черепашка, здравствуй. Я тебя заберу. Мне нужен твой панцирь. Я хочу много воды. Мне нужно мясо сейчас. Да, нужно поднять все. Бананы, шишки. Все хочу. Все хочу. Все у нас есть. Так, воды. Сперва вода. А, сперва вода. Так, эту чашку мы сюда бросим. Какой тут срач? Непонятно, где что. Но главное, есть вода. Есть вода. Есть вода. Пьем воды. Много воды. А что у нас по еде? Мясо. Мясо готово, можно сразу съесть. Захрумкали. О, сколько подняли. Вот эта тема пошиваем. Так, нужны жиры. А нужны бананы. Съесть.
Так, все подняли, все чудесно поднимается. Еще мясо, еще кусок мяса. Да, захрумкали. Слушай, я походу все сожру, потому что три дня один кусок мяса. Ох, погоди, у меня есть свежее мясо. А свежее мясо нам сюда. Смотри-ка, у нас есть мяско. Я поймал крабика в прошлой серии. Так, это мясо я заберу, это мясо еще готовится. Как-то меняется. А, поднимается солнце. А, стало ярче. Так, мясо, мясо у нас готовится. Все, мясо. Слушайте, обалденно, реально сушилка. 5 дней. Ну, в ней, знаешь, меньше минералов, полезных веществ сохраняется в этом мясе. Потому что она хранится дольше, и поэтому меньше питательных веществ. А самое большое питательное вещество, это когда его пожарить. Всего лишь 2 дня будет годное мясо. Так, что у нас? На том берегу не вижу туземцев. Туземцев вообще не вижу. А в прошлой серии у нас были туземцы. Но я, к сожалению, его не успел добежать до него. Так, что у нас? Все, есть шишек. Мне нужны шишки. Пойдем на ту сторону. Возьмем шишки. Возьмем камней, если найдем. Кстати, пойдем по берегу. По берегу стопудово будет камни. А там будет крокодил. Там будет еще живность. Там можно поохотиться. Да-да, сейчас мы идем как раз на охоту. А сбегаем на охоту. Как раз у нас кончился дождик. Броник у нас вроде бы есть, да? Друг мой, как твой диван? Пиши в комментариях, что новенькое у тебя. Как тебе выживалка у нас 80-й день? Там упало что-то сверху. Наверное, кокос упал. Сейчас мы глянем. У меня глаз алмаз. Так, ну погоди, ну реально что-то падало. Я реально что-то видел, погоди. Вон кокосы вижу же. В чем проблема-то? Сейчас удочкой будем. Удочкой, погоди. А можно удочкой забросить так, а? Бросай удочку наверх. Нет, не получается. Так, окей, давай-ка стрелами. Вот как раз есть плохая стрела. Давай-ка стрелами чуть выше целимся. Оп. Неудачно. Нет, наверное, было... Прям в кокос целиться. О. Так, кокосик, кокосик. У нас топорик есть? Все чудесно. Топорик есть. Пойдем на охоту. Мне нужно найти шишки. Так, взять кокос с собой. Забери стрелу. А вторая стрела куда-то улетела. Ну ладно, не беда. У нас много перьев, можно сделать много стрел. Кстати, сколько у меня тут стрел? 4 стрелы. Ну, в принципе, нормально. Маловато, конечно, я бы сказал. Очень мало. Так, вода. Вода. Что у нас по воде? А все, напился. Смотри, реально напился. Круто. Так, что у нас во фляжке? Грязная вода. Давай-ка выделим ее сюда, пускай фильтруется водичка. На всякий случай, на всякий пожарный это дело пригодится. Кокос мне не нужен, а мясо есть и... О, 4 часа. А там места не было. Так, что можно съесть крабиком? О, съесть можно, кстати. Но его, по идее, нужно приготовить. А можно было положить на сушилку, интересно его. Хорошо, пускай крабик тут валяется. Хотя, знаешь, выкинем сюда, наверное, его. Надеюсь, он у нас не испортится. А, 20 часов испортится. Ну, к черту с ним крабиком. Побежали на охоту, побежали мы на рыбалку. Стойте, рыбалочку, личинки. У нас 4 штучки, можно на рыбалку сбегать. Там у нас были тушки рыбок. Нужно их проверить. Сейчас проверим. Так, мне нужны шишки. Мне нужны 2 шишечки. А, хотя бы, знаешь, хотя бы 2 шишки, чтобы поднять себе жиры поднялись. Видишь, как удачно. Я пошел. За шишками. Так, одна и вторая сразу мы скушаем. О, чудесно, мы подняли. Жиры нужны, чтобы энергия падала гораздо медленнее. А что у нас есть вкусненькое? Вкусненькое подвезли? Нет, не вижу, ни черта. Прям как в магазине, только не хватает тележки. Тут вкусненькое ничего нету. Нет, все нормально. Так, мне нужны бананы, кстати, еще. Да, мне нужно 2 банана будет найти. О, бананы не нужны, я нашел пальму. Молодая пальма, она сойдет. Вместо бананчика. Дай-ка, падай. Так, 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 погоди. Куда она делась? Куда делась? Так, нашел. Съесть сразу же. Все, захрумкали. Углеводы мы подняли. Ух, обалденно. Так, ну что, рыбочка. А, рыбка, рыбка. О, вон, 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 смотри, сколько рыбок я пойму. Слушай, она живая. Смотри, она реально живая. Ну-ка, взять ее. Смотри, мы взяли ее, выбросим сейчас. Она будет мертвая, да? Ну, видишь, мертвая рыбка. А это живая. У нас будет свой личный аквариум. Так, ну что. Надо было выкинуть, наверное, за умение там. Потому что место много занимает. Я пошел, по идее, на охоту. Так, окей. Личинок нам сюда.
На крючок, все, пошла рыбалкой, давай-ка. Мы уже опытные рыболов, мы уже поймали 4 окуня, бросай. И, кажется, 2 пирушки поймали. Так, в чем проблема? Ну, встань ближе. Бросай давай, подальше. Удочка, что ли, сломалась? Оп, подсек, подсек, удачно, смотри. Братья, вот вам еще вашего брата, держите, сестренку. Мертвая сестренка. Так, нету у нас личинок, видишь, тут даже и видно. Вот сюда личинки. Так, ну что, бросаем. Мясо портится, кстати, и можно добавить оттуда гусениц, личинок. Так, в чем проблема? Брось туда. Ты смотри. Не хочет. Захочет сейчас. О, все нормально. Подсекай, сейчас подсекем. Смотри. Оп, подсек и все, она у нас. Ну что, это дело мы уже проверили, я уже опытный рыболов. Пойдем на охоту теперь. Видишь, какой я охотник добывающий. Мне не хватает, знаешь, женщины. Мясо я умею добывать. Я умею выживать и умею строить избу. Дерево я еще не посадил. Хотя, кто знает, что было бы, если посадил шишку, которую я постоянно ем каждое утро. По 2 штучки в день. Так, мы ищем крокодила. Да, смотри, смотри, какой, мокренький, какой влажненький крокодильчик. Держи хэдшот, меж глаз. Ух, какой, он здоровый такой. Но он сдох. Со второй стрелы он сдох, к сожалению. Здоровый, нездоровый, моя стрела всего лишь одна. Где моя вторая стрела? Откуда сломалась? А, погоди, вон она была, нет? Да, и он. Прям в пузе. Так, берем мясо, смотри-ка. Далеко не ходить не стоило. Мы нашли быстро крокодила и его мочканули. И что у нас? Дальше крокодилов, по идее, не будет. Они появляются уж один раз. Ну, знаешь, не стоит на судьбу надеяться. Так, грибочки. Давай-ка скушаем грибочки. Это наш завтрак будет с помощью грибочков. Но, видишь, не поднимается, к сожалению. Не поднимается, потому что уже я наелся. Мне нужно еще пару шишек. Сейчас пойдем еще парочку кабанчиков мы завалим и пойдем себе домой. Возможно, увидим туземцев. О, грибочки от паразитов пригодятся. Это дело, конечно, пригодится всегда. Так, дождик закончился. Друзья, ждете вы туземцев или нет? Напишите в комментарии. Потому что некоторые пишут, когда тебя убьют. А я живой. Мне осталось 20 дней прожить. И будет обалдеть. 100 дней. В зеленом аду. А крокодилов я не вижу. Кабанчики. Смотри, кабаны. А делать нужно хедшот. Так, спускаемся аккуратненько. О-о-о-о-о-о. Огонь! Оп! Хэдшот, ты смотри, прям в затылок попал. Вот там, кстати, попугайчик, видишь? Вон там. Ну, навряд ли попаду попугайчика, но я ж охотник, хотел сказать. И тут попугай взлетел. Так, минус кабанчик. Прям в затылок попал. Это клево, да? Это потрясающе. Ой! На тебе! Ой, какой маленький, тот живучий! Натягивайте его. Огонь! Оп! Не попал. Далеко не убежит, он сдохнет. Он сдохнет, друзья. За ним вдогону. Слушай, он сдох. Далеко побежал. Так, смотрим, смотрим аккуратно на крокодилов. В сторону крокодилов. Ведь лень тут ползает. О, еще мясо. Оп! Уже три тушки уже. Крокодила убил и еще 2 тушки. О, он бежит. А вон куда бежит. Но он пожирнее будет, конечно, пробежит намного дольше. Я хочу все это мясо забрать. А, с собой! Там змеюка была. Сдох наш. Сдох. Топирчик наш сдох. Так, забираем стрелу, забираем мясо. Я сходил на охоту очень удачно. Ну, знаешь, мне нужна теперь вторая сушилка, потому что... Ой, места нет. Серьезно, что ли? А, погоди, погоди. Выкидываем эти кости. Мясо много занимает, то есть много килограмм. Так, кость, ой, 60 килограмм, обалдеть. Надо было полностью разгрузить. Ты посмотри, какой жирный. Там еще 2 туши мяса, слушай. Слушай, друг мой, мне нужно что-то срочно делать. 60 килограмм с собой таскать. А где была змеюка здесь? Она где-то тут рычала. Прям в кустах.
Там еще две тушки. Мне жалко столько животных убивать и не съесть все это дело. Слушай, я за эти 100 дней, походу, поправлюсь. А где змеюка? Она реально... А это змеюка? Не вижу ее. А, вот змеюка, прям передо мной. Змеюку. Ох, еще заберем змеюку. Слушай, сейчас нападет леопард или батуземцы. Я сражаться вообще не смогу, потому что я слишком... очень тяжело мне ходить. Даже дышать мне тяжело. 60 килограмм таскать с собой. Джунгли к Амазоне, ты понимаешь, даже просто пешком ходить там, и то уже жарко. Так, сколько у нас занимает заван? Слушай, я в принципе... А, я понял. А, в принципе, немного деревяшек-то у нас. 60 килограмм. О, май ганд, таратан. Что же делать-то, что же делать? Тут я не смогу построить сушилку, тут нету ни с чего делать просто. А, придется выбросить мясо. Так, мясо какое? А, 19 часов, один день... Один день. О, погоди. Тактика спикера. А, хочешь убрать мясо? Засунь его в себя. Смотри, 2 килограмма я сбросил. Видишь? Здорово. Сбрасываем килограммчики. Че ты сдаешь? Ну, реально жалко мясо. Мне жалко выкидывать мясо. Так, что можно выкинуть из оружия? Да ни черта, я все, все мне надо. Мне все нужно. Я не знаю, что мне делать. Ну, пойдем пешком. Пойдем медленно пешочком до дома. Скинем мясом. Скинем в этот самый. В ящик. И тогда вернусь обратно я сюда. Надеюсь, тушки не исчезнут. Слушай, ну по идее, можно выкинуть мясо прямо здесь. Да, я беру это мясо, выкидываю прямо тут. Она никуда не денется, я уверен. То есть, смотри, мы... Ты смотри, сколько мяса. Здесь можно прокормить, наверное, целого крокодила. Даже двух. Можно... приучить к крокодильчикам, привязать его веревками и как песика гонять под джунглями Амазонии. Так, ну что, пойдем к второй тушке, мы тоже тушку разделаем, и я вернусь потом за этим мясом обязательно. Обалденно. А сейчас сделаем вторую сушилку, то есть мы сбегаем сюда снова. Может, туземца увидим, может, еще опасности увидим. Так, есть вторая тушка, никуда не исчезла, это здорово. А забираем сперва стрелу. Сначала разделаем. О, да, 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 тушка, тушка, какая жирная тушка. Эх ты да. Слушай, у меня мало энергии. Потому что нам тяжело. Ну, в принципе, пока он ходит, это нормально. Пока нормально ходит. Сейчас забежим, мясо выкидываем в ящик и вернемся мы сюда. Но знаешь, я проголодался, у меня энергии почему-то маловато. Наверное, я плохо спал сегодня ночью, потому что у меня была слабость. Потому что я блевал целых 5 минут. А 5 минут, у нас 6 минут максимум за эти 80 дней. Тяжко, тяжко на... мы идем, но делать нечего, придется идти. А кости тоже пригодятся, все дело пригодится. Вода у нас пустая, значит, это ничего не беда. Вот они, граммы, граммы, нужно выкидывать всю эту дичь. Смотри, даже граммы нет, граммы исчезают, смотри, реально граммы исчезают. Так, личинки мы оставляем. О, все выкинул. Бежим, бежим домой к себе, мало энергии у нас. А я думаю, я не смогу даже... сбегать обратно за мясом, придется пойти поспать. Надеюсь, крокодил не сожрет мое мясо, готовое мясо. Слушай, а туземцы здесь вообще бывают? Вот в этом именно райончике, именно вот тут бегают? Я вот ни разу их не замечал здесь. Ох, даже прыгать не может. Я понимаю, если бы он наелся, а мы просто тащим мясо на запас. Ну, 5 дней, это обалденно. 85-й день у меня... обеспечено мясо есть. О, еще тут кокосик валяется. Здорово, погоди, нужно его разбить сперва. Да, заберем еще кокос. Обалдеть. Сейчас заберем с собой. Все домой нужно, значит, дорогие друзья. О, там еще мясо, что ли, будет? Броненосец. А, пускай живет. Мой хороший, живи. Я и так сегодня буду жрать очень много. Так, веревочку мы заберем. Сколько у нас веревок? 8, нормально. Она много не вешает? Так, у нас ящик находится только на той стороне. А гусениц нету. Мне нужны бананы, кстати. Да, мне нужны бананчики. О, нет, за место бананов как раз. Это тоже сойдет. Так, вижу тушку попугайчика. Давай еще один съесть. А тушку попугайчика я заберу. Она много не вешает, я думаю. Там всего лишь перья. Но перья мне пригодятся, конечно же, обязательно.
Опасно, конечно, так бегать по джунглям Амазонии, когда у тебя за спиной 50 килограмм и, ну, если точнее, конечно, 49 и 100 грамм. Ну, опасно, опасно так. Так, грибочки, грибочки нужны. А, все понятно, мы устали. Я даже не заметил, как мы потеряли сознание. Ой, слушай, у меня, походу, подкожный червь, чего я и очень боюсь. А, новая запись — червь. 80-й день — это очень опасно, мой друг. Червь — это реально опасно. Как его выводить, я тебе покажу. Вот он. Вот он, зараза. Вот так берется, выводится иглой, а потом перевязкой. Но это может быть зараженная рана, понимаешь? Потом нужны личинки, чтобы зараженную рану уже обезвредить. Все, пойдем в ту сторону. Ух. Терпеть могу эти подкожные черви, потому что это уже внедряется в тебя, и это немного неприятно, понимаешь, когда под кожей ползает какой-то червяк, грязный такой. Так, я поспал, чуть-чуть буквально, у нас рана есть, но нужно время просто, понимаешь, нужно время, и все будет офигенно. Пойдем мясо выкидывать, наш ящик, она, в принципе, целый день будет годна. Туземцев я не вижу, к сожалению. Я хотел бы с ним посражаться, я хотел бы им навалять. И посмотреть, кто кого наваляет. Так, выкидываем. Выкидываем все сюда. Мясо сколько у нас? 15 часов, да не беда. Все, успеем, надеюсь. Кто там шуршит? Так, кокос сюда бросим. Кокос, хоть сколько может быть? Мясо, мясо, мясо. 28 килограмм мы сбросили, это здорово. Так, косточки тоже сюда, ну знаешь, кости немного мест занимает, видишь? По две косточки и сколько много занимает. Так, туземцев я не вижу, все спокойно. Так, кости выкидываем, это выкидываем, залу выкидываем тут, и можно, в принципе, вернуться обратно, но нет. Кстати, кроватку я сделал в прошлой серии или нет? Где кровать, которую я пытался сделать? Нет, не сделал кровать, я хочу спать. Я сейчас упаду в воду, походу. Все, давай, я падаю. Давай спать сразу. Дело. Спать, все. Прям сам. Не буду падать в обморок. Просто лягу и посплю. Будет подкожный червь, не беда. Мы выведем его. О, час ночи. Час ночи, все прекрасно. Туземцев я не вижу. Копье на исходную позицию. Так, подкожный червь, походу, появился. Ой, смотри, какая. Смотри, какая дичь происходит. Так, иглы у меня пока есть, выводим, обрабатываем, видишь, сколько нужно всего, и иглы нужны, и обработка, и под кожей, это не все, смотри, есть второй червяк еще, так, убирай, на другой руке, походу, или на, ой, смотри, какая пакость, ползает под тобой, мне нужно больше игл, о, смотри, сколько у меня игл, 25 штук, так, 10 перевязок у меня есть, окей, с этим все нормально. Я надеюсь, нормально. Сегодня кровать мне не пригодилась, как видишь, мы обходимся просто на земельке поспать. Так, очень долго у нас сушится это мясо. Очень долго. Нужно делать вторую сушилку. Тебе тоже кажется, мой друг? Давай-ка делать вторую сушилку, давай делать кровать здесь. Мне нужна кровать, мне нужна сушилка. Так, погоди, где находится? Тут у нас находится... Так, так, не то, не то, не то. Все, все не то. Вот здесь находится сушилка. Так, бамбуковая коптильня. Нет, нужен костер. О, кстати, можно сделать сушильню большую. О, но здесь нужно, видишь, нужны дерево. На той стороне много дерева, кстати. А это идея, сделать на той стороне сушилку из дерева. А сколько там деревьев не надо? Погоди, сколько там? 11 веревок, короткие палки 7 и... Длинных палок 7 штук. Да черт возьми, это слишком много. Это много. Нет, не годится. Не годится. Давай-ка делать короткую. А давай-ка маленькую делать. Вот так. Рядышком здесь поставим. О, прям по соседству. А повернуть может как-то? Вот так повернем. Все, бамбук здесь не проблема. Длинный бамбук 3 штуки. Так, бамбуковые палки тоже берем. Длинный бамбук берем. Так, 3 штуки длину бамбука, и да, достаточно. А, строим, кстати, вот о чем я и говорил. Видишь, у меня появилась температура. В чем проблема? Температура.
там тоже, что ли, подкожно? Нет? Нет, 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 там никого нет у нас. У, гадость какая. Так, температуру нужно осмотреть. А что смотреть-то? А, походу у нас... А, ну-ка, погоди-ка. Да, ну, зараженная рана, о чем я и говорил. Зараженная рана самая неприятная. Так, пускай личинки работают. Да, все, у нас иконка эта пропала. Температура — это проблема. Так, нужен бамбук. Мне нужно много бамбука короткого. Нужно делать и мясо спасать. А, спасать животных. Добыть. Сейчас еще не хватало, знаешь, туземцев. Когда я раненый, когда я истекаю кровью, когда личинки меня жрут на правой руке, это не очень-то и приятно. Нужно помыть руки, кстати. Вот почему заражение, потому что у нас были грязные руки. А помыться? Нужно поесть, мне кажется. Я проголодался. Так, я еще не помылся. Помыться. Так, у нас есть еще температура. Ну, это вот нужно просто поспать и все. У, воды хочу, шиши хочу, мясо хочу. Мясо хочу. Хочу я мясо. А мясо есть, сушеное, съесть. О, подняли, здорово. Так, ну это недостаточно. Мне нужна вода, мне нужно много воды. Где наши чашки? Много чашек здесь было. И куда они все? А, вот они. Вода чистая есть, можно напиться. Так, пустая. Так, перья. Где? Где большие чашки? Вот они. Вот они, наши большие чашки. Там вот две штуки еще. Чистая водичка. О, потрясающе. О, 25, это хорошо, я напился. Так, нужно еще парочку бананов. У нас были фрукты. Съесть. Все, мы наелись. Мы напились, опять у нас что-то появилось. Что у нас? Кто там опять появился? Я не понимаю. Я вроде чистенький уже. Ууу, пакость какая. Что это такое здесь? Ну да. А личинки поработали, нужно дело все обработать. Видишь как? Главное очень быть внимательным. У нас уже 81-я ночь наступила. Так, мне нужно бамбук. Еще бамбука нужно много. Пойдем-ка его рубить. Спать не хочу, все чудесно, пока все прекрасно. Мне нужен просто короткий бамбук. Так, это просто палки. Длины палки, кстати, тут у меня довольно много. Смотри, одна, вторая, а третья. О, бамбук. Добыть. Пойдем порубим бамбука. Сейчас сделаем из сушильную. О, есть бамбук. Опять что-то у меня появилось. В чем проблема? Реально, в чем проблема? Опять что-то меня грызет. Да уберись, листва. Не вижу из-за листвы это. Так, добыть. Мне нужны короткие палки. А что ты меня опять пожирает? Сейчас проверим, кто меня там опять пожирает. Так, бамбук закончили, веревки, все офигенно, все мы закончили. Так, мясо у нас готовится чудесно. Погоди, мне снова придется спать на земле, что ли? Не очень-то и хотелось бы. Нужно вернуться куда-то домой. Нужно вернуться, это у нас перевязка. Наверное, пиявки появились, ну точно, пиявки появились. Не одно так, там 5 штук сразу присосались. Так, бегом, теперь бегом на ту сторону. И, не знаю, успею я в кроватку. Ох, нет, давай, должен добежать. Делаем ставочки, успею, не успею до кроваточки. Понимаешь, туземцев нету, но сражение за выживание, оно идет. У нас температура, и хочется спать, хочется есть. Ах, понятно. Ставка проиграла, я упал. Температура прошла, все чудесно, но маленько в грязюке. Нужно помыть руки, чтобы, знаешь, быть более-менее в форме. Ой, май гад. Так, помыться. Пойдем мясо сушить, потому что мясо скоро испортится, нужно его посушить там, на сушилку положить и сделать наконец-то вот тут кроватку. Да, нужно сделать обычную кровать из листьев пальмы. Наконец-то нужно сделать. Так, мясо мы забираем. Ой, испорченное. Ну, не беда. Давай, быстренько сюда. Все это мясо сейчас на сушилку положим, и все будет у нас офигенно. Так, быстренько на сушилочку. А сейчас мы раскидаем все это дело. Все, мясо пошло. Сейчас мы пойдем за другим, с другой партией мяса есть, конечно. Никуда оно не пропало. Но я хочу, походу, спать. Я, наверное, все-таки пойду посплю до обеда. Пока идет дождик, нужно напиваться воды вдоволь. Так, мясо у нас готовится.
Мясо у меня, кстати, готово. Ой, испорчено. Ну, можно, в принципе, добыть личинок. Давай добудем. Ой, нет, 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 нет. Побежали, побежали мы в кроватку. Побежали мы наверх, мы в кроватку. Потому что реально хочется, знаешь, поспать. А потянуть свои ножки в кроватке, поваляться, почитать комиксы. Какие комиксы ты читаешь? Напиши в комментах. Так, кто там шуршал? Ой! Ой, паук, паук, паук. Ну я хочу банан. Не вижу паука. Да он где-то тут. Он обычно, знаешь, паук возле бананов. Успею, не успею я опять. Смотри, как опять ставочка делаем. Успею, не успею добежать, друзья. Уже увидимся в новых роликах по зеленому аду. Всем спасибо и всем до новых встреч. Всем пока.